Мод у нас сегодня необычные моды, и связано все это с необычным мероприятием. Правда, Иван Солнцев? Да, конечно же. Я с удовольствием присоединюсь ко всей этой красоте. Доброе утро каждому из вас. Зрителям расскажем, что совсем скоро, 10 июня, Всемирный день вязания на публике. Есть такое событие. Янина Стеблецова, организатор фестиваля. Всемирный день вязания на публике. Лариса Шуйская, дизайнер, вязаный, плетеный в технике макраме одежды, которая сегодня у нас в студии. И Дарья Шуйская, модель. Доброе утро всем! Доброе утро! Здравствуйте! Что это вообще за явление такое, вязание на публике? Какой-то определенный вид продукта у тебя в итоге получается, если ты вяжешь не дома, а где-то с видом на город? Доброе утро, дорогие телезрители! Да, мы в 12-й раз соберемся во вторую субботу июня в Центральном парке, несмотря на его масштабную реконструкцию. Соберемся, да, будем вместе проводить конкурсы, вязать, петь, танцевать, устроим арт-базар. Кто участвует все эти годы, да, начиная с 2011 года, мы проводим фестиваль, и прерывались мы только в 2020 году, ну, по всем известным причинам, на пандемии, то те, конечно, знают, как наше событие обрастало традициями, увеличивалось количество конкурсных и внеконкурсных номинаций. Сделали мы концертные номера вставные, когда у нас жюри бурно совещается, чтобы, да, вот было у нас выстроено на сцене действо. Для наших мастеров, которые не вязайнеры, не фелтмейкеры и не макрамисты, мы сделали арт-базар, потому что у нас есть и мыловары, и те, кто плетет из бумажной лозы, и украшения делают, и сувениры, все это тоже. В общем, все, что можно сделать руками, да, и с помощью там подручных средств. Совершенно верно. Скажите, а вот за время проведения, вот за весь день, какую работу можно выполнить? Ну что, например, связать? Вот от нуля и до 100%? Наши мастера, они не только будут выставлять и продавать свои рукотворные шедевры, будут проводиться еще мастер-классы. Мастер-классы из интересной пряжи, которую наши предприниматели красноярские, представляете, производят хлопковую пряжу. Вот этот вот шнур замечательный, из которого у девочек платье. То есть это все производители. Я вижу, что у вас в руках тоже есть оборудование, которое поможет вам прямо сейчас на публике телевизионной повязать. В какой технике сейчас будем исполнять? Ну, это у нас вязание крючком. Самое традиционное, так сказать. Классика. Классика, да. Кардиган на мне тоже связан крючком. Удобно. Это люди, которые не переживают о том, что ушли модные бренды, сетевые магазины. Да. Они знают, что они могут все сделать сами. У нас все мастера, все вязайнеры делятся на два больших лагеря, как мы шутим между собой. Вот я, например, специалист. От слова спицы с 40-летним стажем. Лариса у нас, она больше крючкотворец. Господи. Ну, еще теперь крючкотворец. Ну, еще и теперь вот и макрамист. Макрамист, да. Хорошо. Скажите, а можно ли прийти на конкурс, заявиться уже с какой-то полуготовой работой? Ну, например, нет, дома там начали что-то уже делать. Нет. А на мероприятии ты сидишь целый день вяжешь, а потом сейчас прямо быстро-быстро перечислю те конкурсные номинации. И их у нас 7, которые ждут участников. Участие в конкурсе может принять и житель города, и края. Это абсолютно бесплатно. Любой желающий. Первое наше самое ми-ми-ми дефиле, это и с него начиналась конкурсная программа в 2012 году. Это детское дефиле, когда юные модники в нарядах, которые связали мамы, бабушки, тети, старшие сестры, выходят на сцену. То есть это 0 и до 14 лет. Следующая сама себе модель. Это номинация с говорящим названием. То есть, когда есть заказчики, есть родные, ну, есть еще я любимая. Мастерица что-то для себя связала. И нам на подиуме в параде Алле под музыку тоже мастерицы представляют. Следующее дефиле. Мы сегодня, посмотрите, какие Лариса выполнила вот для летней коллекции. Головные уборы. Да, у нас будет парад шляп. То есть, это конкурс на лучший головной убор. Но там будут и, допустим, даже зимние какие-то головные уборы и колпаки с меховыми помпонами. Это не важно, что сейчас лето. Вот.
Значит, это вот парад шляп и конкурс на лучший головной убор. Затем у нас будет шальное дефиле. Прекрасно. От слова шаль. В этой номинации представлены шали, фишу, палантины, накидки. Все, что можно накинуть на плечи. Понча, столы. Вот. Следующее дефиле по традиции это на лучший вязаный аксессуар. То есть туда войдут все аксессуары, которые не вошли ни в номинацию головные уборы, да, сумочка. Да, сумочка, например. Чехол для гаджета, интерьерная подушка. Посмотрите, я сегодня принесла свои работы, потому что у меня иногда спрашивают: Янина, а вы сами вяжете? Я да, говорю, вы знаете, я вяжу уже больше 40 лет. Вот. Какие-то корзины для новорожденных, интерьерные корзины, плетеные вот такие корзины. Вот это бумажная лоза, друзья. И хотя это не вязание, но это тоже плетение. Следующий конкурс «Мой самый лучший друг». За ним скрываются игрушки, выполненные в разных техниках. Вязание, валяние. От амигуруми крошечных до масштабных, каркасных. Порой у нас композиции из нескольких игрушек. Вот это, посмотрите, какой лисеночек, тоже интересный. Он связан из махера, и он, видите как, у него сделан начес. Техника валяния. Ну, это просто начес. Посмотрите, у него как будто вот мех. Из ушек тут вот как будто бы. Это вот все подарки моих участников, кстати, мне. Ну и еще две номинации у нас остались. Это вязаные аксессуары и конкурс, естественно, на скоростное вязание. Лариса, мне интересно, что дают такие мероприятия? Ведь такой вид искусства, это ты все равно такой сам с собой, сам сидишь, сам творишь. А когда ты выходишь вот в эту массу, что чувствуешь? Какие там эмоции? Так вот именно выходишь за эмоциями. Потому что дома вязать это одно, и показать там своей соседке, и другое дело это показать всему миру. Ну, победителя ждет какой-то приз или... Не знаю. Ну, естественно, не просто так люди придут. Да, долгие годы у нас сформировалась, конечно, команда наших партнеров, спонсоров. Это салоны красоты, это сетевые компании, это различные арт-галереи нашего города. Они на месяц заходят в парк. Все те партнеры, которые приходят на свою целевую, женскую, такую рукастую, разновозрастную аудиторию. У нас призовой фонд всегда, вы знаете, прям жирный. Вот слово такое скажу. Никого со сцены, конечно, мы не отпускаем. Ни наших прекрасных вокалистов, артистов, танцоров, ни конкурсантов, тем более. У нас еще там призы и зрительских симпатий. Гран-при, первое, второе, третье место в каждой номинации. В общем, Центральный парк, 10 июня. Отменяем День города. Это одно из событий, да, в рамках нашего празднования дня рождения города. Будем надеяться, что участников будет в разы больше, нежели в предыдущие годы. В этом году очень много новых людей из городов спутника. С нами Дивногорск, Сосновоборск, Назарово, Железногорск, Канск, Ачинск. Надеемся, что всем хватит места. Да. Спасибо вам большое, творческих вам успехов и побольше победителей. И помните, что все в этом мире связано. Конечно же.